Это пивозавр. Тот самый редкий вид. Пацаны, вы знаете, всем доброго привет. Смехуёчечки наши ежедневные. Естественно, воротничок поднят, потому что режим плохиша. Я не знаю, я просто сейчас записываю различные ролики. И у меня, короче, везде воротничок поднят. И я говорю, что это режим плохиша включен. Короче, все, давайте смотреть. Порцию настроения принимать в себя и идти заниматься дальше делами. С тебя лайкосик авансиком, естественно, подписулечка и комментарий. Все, давайте, запускаем процесс. Поехали. А, да, понял. Ну вот, Салика, закажешь, так и будет. Это я буду едой Рестория. Лапша с курицей в соусе хойсен. Барзик, что ты делаешь? Че? Что? Оооо. Ой, что-то у Балтимора это самый какие-то игровой контентинг пошел. Обычно его ничего не связано с игрушечками. Если вы без проблем хотите начать зарабатывать, снова шарманочка про инвестиции. Это что другое? Я не знаю, Балтимор. Но денег, чтобы инвестировать, у нас все еще не появилось. Когда появится, обязательно мы сообщим. И по ссылочке по твоей перейдем мы. Обещаю тебе, Балтимор. Господи! Слюньку проглотил, Балтимор, мать твою! Да. Ой. Это что такое? Катапаровоз. Все. Все. Катапаровоз был уничтожен. Мы с мамой привозим кота на кастрацию. Кот через 3 часа. Не понял. Я хотел с вами по-хорошему. У меня пропало яйцо. Одно. Ой, херовый прикол. Не понял. Ладно. Эта фотография так получилась. Не все так плохо и печально. Просто на фотке так думаешь, так печально все. Нет, а так она везде вообще в идеальном состоянии. Там сбоку, сзади, все нормально там у нее. Только не спереди, только не спереди. Это просто надо приезжать и смотреть. Oh no. Oh dear. Естественно. Тренировки. Годы тренировок не прошли зря. Здрасте. Слово о тренировке. С ноги можно? Да въебать. Да въебать, что за вопрос? Это тренировка того самого бега. Ой, сейчас доиграется, придурок. Что за срань? Ты пьешь с ней чай, и ты не удержался. Тойота нормально газует. Ну, Тойота газует нормально. Ты тоже. I'm Sophie Lightning, and these are some tips and tricks from a pro nerfer that could help you win your next nerf battle. Что это за... Что это такое? Это пивозавр, тот самый редкий вид. Ха-ха-ха.
Здесь можно заработать состояние. Это динозавр. Нет, это пивозавр. Бля, это было хорошо. Хейту. Бугайчик зарядился. Так, вот у нас молодой человек. Моя любимая фраза. Какая? 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 Напишите в комментарии. Ях. Прямо сейчас. Написали? Я ответил. Я ответил. Потерял что-то, наверное. Потерял, да? Телефон, наверное, упал, он ищет. 415-я база, ответьте. Ну нахер эту базу. Что там написано? Who invented this? Кто это изобрел? Who invented? Send the news. Парик заключается в воздействии на организм человека химических веществ через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей. Ладно. Как действует химическая парик? Кто придумал дизайн iPhone 13? Ну да. Daily Bugle? No! 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 It's broken. Ты чё творишь, женщина? О, у тебя маленький экскаватор, он учится только, он только учится. В любом месте. Веселее вместе. Я люблю бананы, сказал. Че он так отреагировал-то? А? Че? Он любит бананы? Зачем он мне об этом сказал? Это кто такой вообще, а? Почему он мне говорит о том, что он любит бананы? Причем тут бананы? Откуда он знает? Откуда? Он знает? А он точно знает? Может, он не знает? Наверное, он знает. Наверное, он знает все. Надо с ним пообщаться. Медвежонок. Оу! Будь здоров. Слава Советскому Союзу. Будь здоров. Поддерживаю, Ленин красавчик. Блин. Слушайте, но есть вещи, которые вот навсегда останутся без ответа. Ага. Допустим, вот мои трусики. Трусики. И вот как такое, блядь, возможно? Как такое возможно? Меня ночью приходят, долбят или что? Что происходит? Ну, учитывая, что у тебя трусики, может и так. Не знаю. Yeah. Ничем хорошим это не закончится. Это знали все, кроме него! Наблюдает. Ра-ба-ра-пам. Ну все, настроением зарядились, ребята, и идем заниматься делами дальше.
Проявите интерес, покажите пальчиками, естественно, пишите комментарии, подписывайтесь, организуйте с бубенцами. А, это очень сильно помогает каналу, да. Все, спасибо большое. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь! Все.